Меня зовут Эдуард. Доброго времени суток, дорогие друзья. Итак, вы хотите научиться делать домашние фильмы, клипы и видеоальбомы. Если это так, то вы попали по адресу. Я подготовлю для вас 1,5-2 десятка видеоуроков, в которых будут затронуты самые важные, нужные и интересные аспекты. Вполне приличный клип вы сможете собрать уже через 20-30 минут после просмотра первых видеоуроков. Но перед тем, как двигаться дальше, прислушайтесь к моим советам, которые со временем, возможно, вы оцените по достоинству. Начнем с самого важного – с выбора программы для видеомонтажа. Я когда-то со своим выбором ошибся, полагая, что мне вполне хватит популярной программы со средней ценовой категории. Не повторяйте моих ошибок и не тратьте время на их изучение. Выбирайте сразу лучшее. Я говорю о программе Adobe Premiere. Какой компьютер или ноутбук сможет ее потянуть? Программа уже около 10 лет поддерживает только 64 разрядные типы систем. Оперативной памяти должно быть минимум 4 гигабайта, обычно рекомендуют 8, но лучше еще больше. Свободного места на жестком диске для 10-минутного ролика с разрешением Full HD должно быть около 100 гигабайт. Чем больше ролик, тем больше дискового пространства. И вообще, чем мощнее будет ваш компьютер, тем быстрее будет происходить обработка и сохранение проектов. К счастью, сегодня компьютер с минимальными характеристиками для Premiere по карману многим. Adobe Premiere 2017 года без проблем станет на Windows 7, 8 и 10. Если у вашего компьютера или ноутбука не хватает оперативной памяти или дискового пространства, попробуйте это исправить. На YouTube полно уроков о том, как добавить память, жесткий диск, как установить Windows и так далее. Где взять Adobe Premiere? Пробную версию можно скачать с официального сайта. Ссылка есть в описании под видео. Ее хватит на 30 дней с момента первого запуска программы. Лицензия на второй месяц стоит около 600 рублей, а на год около 7000. Продвинутые пользователи на свой страх и риск могут поискать на торрентах хакнутую версию этой программы. Если возникнут трудности с установкой, на YouTube есть и такие ролики о том, как установить Adobe Premiere. Относительно программы, я надеюсь, вы поняли, что альтернативные варианты мы рассматривать не будем, кроме тех, которые интегрируются и работают в связке. Я имею в виду Adobe After Effects, программа, в которой создаются всевозможные голливудские эффекты, и Adobe Audition, это звуковой редактор. Следующий совет будет относиться к тому, как сделать вашу работу и обучение максимально комфортным. Я привык работать на двух мониторах, при мультикамерном монтаже иногда на трех. На левом мониторе у меня материалы для проекта, у вас на нем будут мои видеоуроки, а правый монитор будет занимать окно программы. Почти все компьютеры и ноутбуки имеют дополнительные разъемы VGA или HDMI. Купите шнур и, подключив его к другому монитору или телевизору, вы сможете по достоинству оценить это удобство. О том, как реализовать и настроить такое подключение, тоже есть видеоуроки на YouTube. Я проверял. В крайнем случае можете использовать еще один ноутбук или планшет, ну или компьютер. И еще один важный совет. Работая в программе Adobe Premiere, старайтесь по максимуму использовать горячие клавиши. В уроках они будут регулярно всплывать на экране при каждом действии. Это поможет значительно ускорить и упростить вашу работу. В описании будет ссылка на Word-овский документ с горячими клавишами. Распечатайте его и при необходимости заглядывайте туда, пока они не отпечатаются в вашей памяти. Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить интересные видеоуроки. Им у нас будет посвящен отдельный плейлист. А на первом уроке мы займемся сборкой. Вы сделаете свой первый клип в Adobe Premiere. Не обещаю, но по возможности буду отвечать на ваши вопросы, которые можете оставлять в комментариях. И не забывайте ставить лайки.